Всем привет! Ты на канале Принцесса Спорта. Сегодня я буду повторять за Дашей гимнастические элементы. Я думаю, боковое равновесие несложно делать, главное не навернуться. Да, а вот это вообще не коснулось. Ребят, честно говоря, не очень важно себя чувствую после этого мостика, как-то у меня спина болит. Поэтому, Даш, давай следующее упражнение будет не для спины, а что-нибудь другое. Ну, давай шпагат. Шпагат? Да, почему бы и нет? Давай шпагат. Теперь мы будем делать складочку. Пойду-ка я помогу. Сейчас мы будем делать шпагат возле стенки. Ребята, я хочу с вами поделиться своими ощущениями после этого упражнения. Конечно, делать шпагат возле стенки, не умея садиться в принципе на поперечный шпагат, это очень-очень больно. Но, наверное, это все-таки эффективно, потому что тебе некуда убежать. Теперь мы будем делать шпагат продольный. Ребята, я что-то так устала делать эти гимнастические упражнения, у меня нет никаких сил. А, давай сделаем бабочку еще. Thank you.
Ребят, хочу напомнить, что меня можно найти ВКонтакте и написать сообщение мне лично. Я вам обязательно отвечу. Сообщений приходит очень много, поэтому в порядке очереди я стараюсь всем отвечать. И Даша даже присылает голосовые приветики. Так что пишите, всем рады. А ты, если тоже любишь гимнастику, то подписывайся на мой канал и ставь лайк. А теперь приветы! Ксюня Плужник, Дарья Дарянина, принцесса Дашка.